Видео представлено сайтом online-gdz.net, номер 955. Не выполняя построение, найдите координаты точек пересечения с осями координат графика функции. И у нас 4 графика функции, с которыми мы работаем. Итак, первый график. Y равняется 0,24x плюс 6. Перед выполнением задания надо помнить, что условие пересечения графика с осью OX, с осью абсцисс, является такое условие. Y должен быть равен 0. А с осью Y наоборот, с осью ординат, X равен 0. Поэтому для того, чтобы найти в начале пересечение графика с осью абсцисс, мы решаем уравнение, вместо Y подставив 0. 0,24х плюс 6 равняется 0. Перенесем 6 вправо, и х равен 25. Точка пересечения 25, 0. Далее выполняем условие, при котором график пересечет ось Y. Х равняется 0. Просто вместо абсциссы мы подставляем значение x равное 0. Получаем, что y равен 6. Точка имеет координаты 0, 6. Пример b. График такой. Y равняется минус 5x минус 1,8. Выполняем первое условие, при котором график пересечет ось x. Приравниваем y к 0. Получаем уравнение. Минус 5х минус 1,8 равно 0. Минус 5х переносим 1,8 вправо, равняется 1,8. Х при этом будет равен минус 1,8, деленное на 5. Получаем, что х равен 0,36. А координаты точки такие. Минус 0,36 и 0. Второе условие. Мы просто подставляем вместо x значение 0. Y равняется минус 1,8. Получаем вторую точку. 0 и минус 1,8. Третий график. Y равняется минус 0,6х плюс 4,2. Снова. Условие пересечения с осью x является условие равенства 0 y. Минус 0,6х плюс 4,2 равняется 0. Минус 0,6х будет равен минус 4,2. Х равняется просто 7. Координаты точки 7, 0. Выполняем условия пересечения графика с осью Y. Вместо X подставляем 0. Y равняется 4,2. График пересечет ось Y в точке 0,4,2. Y равняется минус X минус 3,8. Поступаем, как и в предыдущих случаях. При условии, что y равен 0, график пересечет ось x. Поэтому, приравнивая y к 0, мы к 0 получаем, что x равен минус 3,8. И точка будет иметь координаты минус 3,8, 0. Второе условие. Вместо x подставляем значение 0. Получаем, что y равняется минус 3,8. Координаты точки такие. 0 минус 3,8. Больше видео и не только по математике посещайте наш сайт и подписывайтесь на наш канал.